на территории Украины. До какой низости доходит командование российских вооруженных сил, которые ребятам-срочникам предлагают, чтобы они писали добровольно контракты, хотя они срочники? Кто отказывается писать контракт? Полковники говорят, мы за вас напишем сами. Ребята идут сюда, я не знаю, наверное, половина из них не знает, что они попадают в Украину. Против кого они воюют, а когда они это понимают, обратного пути нет. Хоть они и просятся домой на родину, чтобы освободили мамы, но я думаю, что они там, мамам они, конечно, нужны. Но в живых они не останутся. Путин сделает все, чтобы закрыть рот этим солдатам, которые видели то, что происходит на Украине. Я хочу сказать, ганьба России! Ганьба! 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 Ганьба!